наша марка среди автомобилей. Жигули или Лада? Жигули. Ой, я не могу. Жизнь достойна Хичкока. 4 буквы. Ужас. Кто это тут у нас запутался? Ой, молодец. Девочка наша маленькая. Бабочка огородница. Мотылек? Капустница. 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 Ай, Челси, загорать вышла. Заземлиться. Молодец, девочка наша хорошая. Вот так лежим и загораем. С мамой. Кому, кому, никому. Загораем. Настя. Настя. Я раздета. Ла-ла-ла. Мама раздета. Я раздета. А как еще загорать, если не раздета? Мамка. Помаши мамка ручкой. И главное, сумка-то у нее Лондон, там что-то написано. Ну, вот все. В гайд-парке. В гайд-парке отдыхаем, да. В Кенсингтонских садах. Пан священник. Чё? Пан священник? Ну, раз пан, значит, Польша. А в Польше ксендзы священник. Это кто? А, священник. В Польше ксендз. Да. Кто там зевает у нас? На 90. Челсик? Как награда? Кто такой тут стоит? Кто тут такой стоит? Натюрморт. Побежала куда-то. Лондон. Лондон и русский квас мамка достала. Купили по скидке в магазине Верный за 69 рублей 99 копеек. Ну чё, запивай. Ой, я не открываю. На, принимайте, маму, русский квас. Челсик, будешь квас? Пейте русский квас. Я что хочу сказать? Вот даже не знаю, как такой стороны повернуться. Я что хочу сказать, когда я была в Лондоне, заходила в русский магазин и думала купить квас. Ну, что-то как-то забывала и не покупала. А сейчас вот в этом году, спустя уже 4 или 5 лет? 4. 4. Вот, решила зайти в магазин, и что-то как-то взгляд мой упал на очаковский квас. Я купила и просто обалдела. Так освежает летом, такой он вкусный, мягкий. Ну, теперь мы с мамой начинаем пробовать разные другие квасы. Вот сегодня у нас русский квас. Но он такой ядрененький. А вот очаковский прямо вот вкус из детства понравился. Скорее бы осень. Но это не реклама, не реклама. Какая осень, не надо нам осени. Мы только сегодня первый день, 21 июля, вышли позагорать впервые этим летом. Ну, хоть не 50 градусов, как везде. 19 у нас сегодня. Мы счастливые люди. Давай, Наська, гладь, не переставай. Куда? Рука ушла. Рука не должна уходить от меня. Что-то я не имелась. Маленькой принцессочки не имелось. Какой у нас медальончик у Челсика. Какая красивая медалька. Челси, Челси, Челси. Челси, Челси, Челси. Кто это такой счастливый тут сидит, загорает? Стоит. Пошла. Вот тут вот я хотела понюхать и что-нибудь, может быть, даже отметить, оставить сообщение для будущего поколения. Ты. Оставила. В небе.
елочка и полоса такая от самолета. Солнышко. Вот они, моменты счастья. Кайф. Где мы? Давайте поцелуем. Кто тут такой красивый? Улыбается, лежит, сидит и хвостиком виляет. Пошла я гулять, девочки. Совещание дома сейчас будет, да? Как мы любим совещания! Ложись, загорай. Как мы любим совещания! Шарик, пи-пи, да! Как прекрасен этот миг у меня тебя я. И скажу я напрямик, что люблю тебя я. Твои щечки, ушки, ножки и чудесные глаза. Без тебя на свете это мне уже прожить нельзя. Челсик, домой пойдем на совещание? Совещание-то сейчас будет. Шарик принесешь нам, он скажет пи-пи. И все, кворум соберем, мамка будет на месте, Настика на месте, и Челси скажет, все, совещание. Кто такой пищит там? Птичка какая-то. Ну-ка, пошли смотреть. Что это там за птичка такая? Пи-пи, говорит. Пи-пи, чирик-чирик. Посмотри, что там за птичка чирикает. Что это такая за птичка? Интересно, я ее не вижу. А вон, воробушек, по-моему, это. Ага. А что воробушек у нас поет? Не знаю. Где? А вот, маленькая. Воробушек. Она с нами разговаривает. Чирик! Чирик! Чирик, чирик! Ей нравится за нами наблюдать, сидит. Самолет. Лед летит. Пи! Пи! Интересно, есть где попить? Тише. Она замерла, я ей отвечаю. У нас Нева недалеко, что тут пить-то? Птичка-зеленушка. С желтыми крылышками. Челсик, она тебе что-то говорит. Ты же у нас инопланетный агент 007. Челс, что она тебе передает? Говорит, Челся, прием. Расскажи, как тут земляне живут. Чем занимаются? Я смотрю, ты уже тоже земным существом стала. Да? Да, Челси? Домой пойдем? Красоточка. Вот так вот мы общаемся с природой. Готова? Ты уже одетая? Ну, какая красивая. Какие вы у нас красивые, ну, девочки. А кто ты, не птичка? Птичка не величка. Ладно, все, собираемся, уходим. Заставка, конец.